Займите, пожалуйста, сейчас всем все будет. Пожалуйста, можно ручки мне отдавать? Пожалуйста, без слез. Я тебя, дед, послушаю. Я сейчас буду плакать. Детство, вы еще из детства не вышли. Можно фото, пожалуйста? Конечно, сделаю. Болит. Можно фото сфотографировать? Можно, пожалуйста, фото? Мастер маникюра, говорю, ногти у вас офигенные. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Есть. Книга, будьте добры, вот прямо здесь о вас написано. Лолита, а вы в Нижнем Новгороде будете? Да. По одному, по одному. И я поеду. Спасибо вам огромное. Спасибо. Лолита, спасибо. Есть. Спасибо. Давай. Алена, давай. Два слова для разведенных женщин. Так, значит, с хорошими не разводятся, а с говном это счастье. Песня. Вот с такой мамой у ребенка точно все хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, вот к вам ехал. Для разведенных женщин. Спасибо. Это время. Разведенные временно. Тут мой мужчина. Там одни женщины сидят. Это ваши? Что значит нет? Берите. Берите.